Не помогло. Опять не помогло. Опять не помогло. Да сдохни ты уже. Давайте подходить. Вот тебя можно с помощью этой штукенции снять как раз. Другое дело. Но вот этого вот, блин, что с ним делать? Черта с два разберешь. Да, подходи, не стесняйся. Ты уже еще... Откуда ты прилетел вообще? Зараза, повсюду просто обосновались. Сверху, снизу, где угодно. Давай, 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 давай. Больше энергии. Эта штука много жрет, я вам скажу. Очень долго заряжается. Я даже турель там не могу разглядеть. Ну о чем вы говорите вообще? Чертям все тормоза, давай играть. Нормально мы его распластали. По всей лунной базе прям. Ну, нормально, хотя бы чем-то эта штука помогает. Ну, кто там еще орет, а? Кто там еще орет? Кому-то не хватило, что ли, или что? Держи. Счастливчик, блин. Где этот гермайор, блин? Надо его срочно доставать. Так, зарядного устройства здесь нету. Ладно, не беда. Подзарядимся здесь. Нам не привыкать. Да ну нафиг эту штуку. Так, очевидно, нам вот в это устройство, именуемое лифтом. Потому что, очевидно, это лифт. Так, отлично. Здесь еще куча охраны. Минус один. Минус второй. Не, не минус. Да уберите пуколки две. Они бесполезны. Перный театр! Опять псина! Вы их еще на луну затащили, блин. Нормально фрицы делают. Собак на луну отправляют. Почему нет? Кроме солдат и собак никого не отправляют больше. А нафига надо? Спокойно. Тут там сзади уже обосновался, я смотрю. Да, 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 зарядить, зарядить, конечно, зарядить. Тупая пушка, господи, я заколебался уже заряжать. Ох уж эти лунные технологии, как они меня заколебали. Батареи хватает на 20,5 выстрела, блин. Куда теперь идти?
Да, разберешься тут, куда идти, конечно. Фигас двас. Видимо, сюда. Снова берем пистолет. Слушайте, не надо мне солдат, суперсолдат нового поколения. Мне старого поколения по горло хватает. Еле-еле расхлебываю тут. Понемножку. И не понемножку тоже. Как-то удается. Опять лунные звуки. Они крутые. Так, меня сразу же спалили. Молодец, дослужился до смерти. Не надо было в меня стрелять. Ну, самое простое, остается достать свою жопу на землю, как мне и сказали. Псина, ты заколебал на меня бросаться уже, а? Порядком заколебала. Нормально у них тут штаб. По-любому же есть какие-нибудь секретные коды или что почитать. Нет, только бюллетени какие-то непонятные. Так, здрасте, до свидания. Медвежатник третьего тысячелетия берется за дело. Оскар! Улучшает наше здоровье. Да, отсюда еще хрен выберешься. Замечательно, здорово, круто. А, сюда. Вы только заметили, да? Посторонние на станции, как бы. До этого все было нормально. Пока ключи не трогал, можно было убивать немецких солдат сотнями. В принципе, всем по барабану. Ладно, как знаете, как знаете. Есть тут кто-нибудь еще? Сразу признавать, там кричите, я здесь, например, я не знаю. Тут каждого вычислять как-то сложновато, знаете ли. Давай, давай, заряжайся. Немножко кривого искусства. В модернистском стиле. Даже в постмодернистском, наверное. Ну и суем свое туловище в это искусство. Да ты тварь! Господи, это опять... Вот, отличи их, попробуй, блин. Вот отличи их. Обычного от необычного. В итоге потерял всю броню к чертям собачьим. Замечательно просто получается. Ничего здесь такого нету, сверхценного, супертехнологичного, лунного, новомодного. Ничего не положили даже. Уровень нарисовали, а положить мне халявку забыли. Это не дело. Здорово. Последний патрон на тебя истратил. Лунный эскалатор, круто. Посмотрите на это чудо технологий. Лунный эскалатор. Придется ножом действовать какое-то время. Привет, лунатик. Все, ходишь во сне?
Что-то для тревоги они как-то совсем не колышутся. Ничего не напоминает, нет? Явно же перрон из Dead Space. Явно же перрон. Мы каждый уровень начинали вот с такого перрона, да? Явно перрон из Dead Space. Просто явно. И поезда там такие же были на Ишимуре. Ну, примерно. Я играл, конечно, последний раз в 2008 году, когда я вышел в Dead Space. Но отлично все помню. Примерно отлично. На этом мы полетим. Все, поехали. Рельсой мы выкиньте куда-нибудь за пределы орбиты. Я как-нибудь долечу. Я же Бласкович. Там просто музон играет, если вы не слышите. Ты мне магнитолу сломал, новую купишь, гад. Что это, что за люди, а? Вылез откуда-то, блин, из-под луны. И бахнул. А я застрял в итоге, да, в текстурах. Замечательно. И в меня уже стреляют. Оперативненько они тут сориентировались. Да и померли тоже оперативненько. Останусь я без заряда. Что делать буду? Ждать, пока зарядится резак? То еще удовольствие, я могу сказать. Посреди небуя. Опять Dead Space. Здрасте. Так, здесь должна быть зарядка. Да ты меня даже не видел, что ты разорался-то, а? Это был дробаш или что? Я что-то не понял, малость. Нет, это был не дробаш. Опять утяжеленный солдат. Вылез, блин. Все кончилось. Где зарядка? А вот здесь мы уже были. В принципе, почти доехали, можно сказать. До пункта назначения. Hello, кто меня остановит? Я помню, здесь была псина. Что-то он, по-моему, немножечко обосрался, когда меня увидел. Плохо прячется. Вы все плохо прячетесь. А вот ты хорошо спрятался. Молодец. Вот тебя я действительно не увидел. Или просто забыл про тебя. Что, в принципе, равнозначно. В данной ситуации. Давай, давай, заряжай. Меня ждет мой шаттл. Отвезет меня на землю. Главное не попасть под реактивные движки. Упс, попал. Где вход-то, ёперный театр? Понятно, входа мне не будет такого простого. Вы все упороты, граждане-пассажиры. Это даже не минус один.